Эти слухи ходили всегда, но не находили подтверждения. Бывшая подруга Наташи Королевой, которая сейчас живет в Америке, подтвердила этот странный роман певицы. Странный он потому, что произошел между двумя совершенно разными людьми, поэтому в него и верили с трудом. Что эти два человека нашли друг в друге, до сих пор непонятно никому, возможно, и самой паре. Но по утверждению подруги, роман этот вспыхнул молниеносно. Наташа рассказывала подруге, когда все только завертелось, что не понимает, как это произошло, но она точно знает, что это не отношения на одну ночь. Она говорила, что ее новый человек абсолютно не такой, как ее бывшая. С ним она чувствует себя совсем по-иному. Тогда она еще не рассказывала подруге, кто он. Она говорила намеками, что мы его видим каждый день. Мы тогда ненароком подумали, что она встречается с Путиным. Но Путин тогда вроде как был с Кабаевой. В общем, мы терялись в догадках. Даже Тарзан не знал, кто это. Но он точно знал, что у Наташи кто-то есть. Подруга сделала небольшое уточнение об отношениях в семье Королевой и Тарзана. Она рассказала, что в их семье измена – это довольно рядовой случай, и они гораздо выше них. Все прекрасно понимают, что Тарзан не может хранить верность с такой работой. Соответственно, и Наталья не отстает. Но тут ситуация иная. Наташа была однозначно влюблена. Мы все это видели по ее поведению. Ее песни в этот момент звучали совсем по-иному. Эти отношения длились около 3 месяцев, а потом, по словам Наташи, угасли. Они оба вернулись на землю. Ее увлечением оказался Андрей Малахов. Они до сих пор в прекрасных отношениях. Мы, когда это узнали, были просто в шоке. Малахов и Королева, что они нашли друг в друге, непонятно. Но сопоставили все и поняли, что мы просто упустили это из виду. Они часто были вместе. Андрей оказывал ей знаки внимания и дарил подарки, но мы и подумать не могли,